среду в Самарской области пасмурная погода. Осадки в виде дождя и снега. Также аномально тепло. Днем минус 1 плюс 2 градуса, ночью 0 плюс 1. Ветер южного юго-западного направления 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 2, ночью плюс 1 градус. Ветер юго-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 1 градус, ночью также 1 выше 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти снег, днем 0 градусов, ночью плюс 1, ветер юго-западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.